Так, всем привет. Так, всем привет. Извиняюсь. Сейчас мы находимся опять же на нашей набережной. Вот, я хочу вам показать немножко ее с другой стороны. Вот это вот мы находимся возле железнодорожного моста. Здесь поезда идут на ту сторону. Вот здесь маленький пирсик такой. А вообще-то я хотел показать вам и набережную, опять же, и то, что на ней находится. Вот здесь. Вот видите, вот такие рисунки на протяжении всего вот этого моего пути, где я буду идти сейчас. Вот такие рисунки будут у нас встречаться постоянно на колсаде, на вот таких камушках. Сделано это все вручную, руками. Никакая машинка, ничего это не делала. Здесь вот такие ресторанчики есть у нас. Вот сейчас они такие полупустые, потому что время сейчас примерно час дня. Обычно здесь ночью это все кишит, бурлит людьми. Вот, но я буду вам показывать. Вот здесь вот на протяжении всего моего пути будут такие маленькие скульптурки. Вот именно их я и хочу показать. Вот такие вот скульптурки. Сейчас посмотрим. Вот. Какой-то камень такой. Что он значит, не знаю, но сделали из этого памятник такой. Такая лодочка у нас. Вот опять кораблик на земле. Вот лодочка, да? Пальма. Все. И опять же скульптура. Вот. Это все стоит здесь очень давно. Никто не ломает. Сейчас посмотрим еще одну скульптуру. Такая скульптурка. Вот, фараон какой-то. Идем дальше. Идем дальше. Вот мы видим вот так вот скульптурки стоят. Вот еще какой-то дедушка тут такой интересный. Какой-то рыбак. Я так понимаю, что это части, вот эти вот кругленькие, это у нас эти поплавки для сети. Вот такой вот дядька. Идем до другого, до морского коня. Вот тут у нас мост, который я уже снимал иногда. Это автомобильный мост. Тут у нас получается железнодорожный. Там дальше железнодорожного еще один есть автомобильный. Но это у нас тоже автомобильный. Так, конь. Вот такой вот конь морской. Вот такая. Это все сделано из дерева, из камня. Никаких дополнений. Это все вырезано. Вот. И получилось очень красиво. Так, а это что у нас? Что у нас за скульптурка такая? Похожа на руку, которая держит, я так понимаю, вот это вот у нас канат. Канатка. А, нет, это рыба. О, голова рыбы. Вот какая голова рыбы. А что я подумал, канат? Какой-то хвост там или что? В общем, рука держит рыбу, а рыба держит канат. Вообще похоже на дулю. На дулю похоже. Так, опять у нас рисуночек, пальмочки. Так, посмотрим, что у нас здесь. Вот, какая-то ракушка, да, якобы ракушка такая старинная. Так, идем дальше до другой. Это у нас время не хватит на телефоне. Снимаю на телефон. Кто будет спрашивать, какой марки? Марка LG E610. Вот какой-то тут голова какая-то фараона какого-то. Афродита, вот написано Афродит.
Да, интересно. Вот такая скульптурка, пожалуйста. Вот вид такой у нас получается. Идем дальше. Какой-то камень. И на камне бородавки. Вот. Вот что это такое? Вот как придумывают что-то. Вот, H2O, ария. Водяное место. Место на воде. Что-то такое. Так. Идем дальше. Идем дальше, быстрее. Пройдемся здесь возле водички. Вот такая водичка у нас. Главное, чтобы телефон мой не упал туда. Вот. Вода мутноватая. Пару дней назад был дождь. Из-за этого вода мутная. А так, когда иногда смотришь в воду, то видно рыб. Очень интересное зрелище. Так, идем дальше быстрее. Вот, проходим. Вот у нас начинается велосипедная дорожка, пожалуйста. Вот, кстати, вот этому дому, вот этот дом, есть у меня одна фотография, и там написано 1869 год, что-то такое. Короче, этому дому очень много лет. Вот, вот такая вот статуя, тоже непонятно, что это такое. Похоже на птицу какую-то или что. Без клюва и без глаз. Вот там машина едет. Смотрите, корабли стоят припаркованные, пришвартованные. Вот опять же статуя. Что это за статуя, интересно? Какой-то древний человек, который смотрит на дом. Наверное, это хозяин этого дома, 100%. Ладно, пусть будет так. Так, это у нас какая-то мумия. Мумия внутри в камне каком-то. Мумия фараона. Интересно. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Сейчас посмотрим еще на дом немножко. Вот. Правда, он уже никак его никто не ремонтирует. Но стоит он очень долго здесь. Очень долго. Когда-то это было место вот здесь, вот на этом месте, где я стою сейчас. Когда-то это было как бы центр причала рыбацких кораблей. Вот даже здесь видны вот такие вот кольца. Вот такие кольца. Вот. И когда-то здесь пришвартовывались корабли, которые разгружали свою рыбу. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Вот. Интересная такая структура. Скульптура, вернее. Так, идем дальше. Идем дальше. Вот здесь у нас... О, вот здесь у нас женщина. Вот, кто любит женщин смотреть, пожалуйста, вот женщина вам. Такая красивая. Ладно, опять кораблик. Все это красиво. Вот кусочек города, пожалуйста. На этой маленькой площади иногда вечером постоянно какие-то концерты. Какие-то клоуны. Там у нас, вон там вот заход есть. Арка такая под мостом, да? Там заходишь, и там очень много ресторанов. Очень много ресторанов, в которых самое главное блюдо – это жареная сардинка. Вот. Так что вот такие дела. Идем дальше. Посмотрим, что у нас здесь интересненького. Тоже какая-то такая вещь. Непонятно, что это. Написано гармония. Ну, к чему это? Непонятно. Но все равно люди подходят, сфотографируются и думают, что
у них получилась самая красивая фотография. Так, идем дальше. Идем дальше смотреть, что у нас здесь. Опять рука какая-то вижу. Какая-то рука держит что-то. Вот, она как бы... Какой-то чувак залез на гору и эту руку оставил там. Так. Это что у нас? Это у нас похоже на какой-то кораблик. Либо на какой-то рот. Непонятно, что это. Так. Идем дальше. Идем дальше смотреть. Ой, там столько этих скульптур, что у меня, наверное, сейчас батарейка сядет. Так, опять же, Афродита написано. Вот такая вот Афродита. Опять же, такая скульптура. Цельная, из камня. Кстати, вот это вот общественный туалет. Идем дальше. Раньше сюда был заезд платный, но сейчас шлагбаум убрали. И машинки стоят все бесплатно. Вот. Сейчас посмотрим. Кораблик готовится тоже, гондола такая к выходу в океан. Вот. Тут у нас тоже какая-то такая интересная скульптурка. Какой-то глаз. Интересный. Глаз от фотоаппарата. Здесь у нас находится парк. Такой красивый парк. Уютненький. Постоянно здесь кто-то убирает. Чистит. Вот сейчас трактор здесь стоит. Видимо, здесь работы идут. Косят траву. Делают красоту. О, кстати, чуть не прошел скульптуру. Вот такая скульптура опять у нас на пути. Вот, а там слышно, как корабль тот пиратский отходит. Уже нагрузил туристов. Нам видно рыбки. Вон видно рыбки. Не знаю, будет видно, нет, но видно. Вон там у нас тоже маленький памятник есть посередине. Вот, а мы идем смотреть очередную скульптуру, так как тема у нас скульптуры. Скульптуры на набережной. Вот такая вот скульптурка. Что написано? Эшпирация. Что это такое? Не знаю. Эшпирация? Воздушное что-то. Так. Вот это вот у нас. Интересно. Кусочек набережной. Здесь воду можно попить. Вот такая. Такая вот скульптурка. И последняя скульптурка, которую мы сейчас посмотрим. Это вот это. Вот это последняя скульптурка на нашем пути. Там дальше уже ничего нет. Есть только дорога, пальмы и опять же набережная. Ну что ж, почти 15 минут я показал вам видео из таких скульптур. Немножечко рассказал, да. Я думаю, кому-то стало интересно. Кому не интересно, он уже давно выключил бы это видео. Но я думаю, кому-то все равно интересно послушать, что и как происходит на другой точке Земли. Вот. Еще маленькую историю расскажу. Вот здесь, вот это место, вот это вот все. Раньше вот этих вот кафе, вот здесь вот этого всего не было. Здесь на этом месте было тоже много воды, вот так же само. Здесь буквально вот как я показываю сейчас, вот где велосипедная дорожка и край пирса, край
вот этот край, вернее, да, была простая дорога, но это давно было, где-то лет 150 назад, простая дорога, вот, а вода была вот здесь, с этой стороны, и с этой стороны, и заканчивалась там, где-то возле тех домов. Вот. А потом это все засыпали, сделали огромную вот такую вот площадь, настроили здесь различные кафешки, магазинчики и так далее. Ну все, буду заканчивать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы, никогда не болейте и давайте дружить. Всем пока!